Yeezy Fire X3. Беспроводные TVS-наушники с надежным кейсом в комплекте. Устройство поставляется в небольшой картонной коробке, внутри которой упакованы наушники, зарядный чехол для них, USB-кабель, сменные амбушюры под разные размеры ушного канала и пользовательская инструкция. Корпуса капель наушников и зарядный бокс выполнены из матового и немаркового черного пластика. Вес каждого наушника не превышает 4 грамм, так что носить их комфортно. Благодаря набору затычек разного диаметра вы без проблем подберете подходящий вариант, чтобы наушники прочно сидели в ушах и не выскакивали. Корпус наушников защищен от проникновения влаги, так что устройство не боится дождя, а звуковой обладает защитной сеткой, которая препятствует попаданию инородных элементов внутрь наушника. Внешняя сторона наушников с логотипом в виде буквы X сенсорная. Сверху на торце есть светодиодные индикаторы, а с внутренней части вынесены контакты для зарядки через комплектный кейс. Кейс обладает магнитной защелкой, которая надежно фиксирует крышку в закрытом положении. Внутри бокса расположены посадочные места для наушников с обозначениями под правый и левый канал. С тыльной стороны кейса расположен зарядный порт USB Type-C. Беспроводное сопряжение наушников и смартфона происходит по протоколу Bluetooth 5-й версии, который предлагает пониженное энергопотребление, не снижая качество передаваемого звука и гарантирует минимальные задержки. Автономная работа капель на одном заряде достигает 5 часов при максимальном уровне громкости. Как итог, перед нами хорошие TVS-наушники с удобной посадкой, теплым звучанием, ощутимым басом и стабильными средними и высокими частотами. Edifier X3 вполне подойдут для повседневного использования и занятий в спортзале. А вот для бега лучше выбрать другие наушники.